сердцем. Вы наши защитники, людей, которых уже ободрали до нитки. И с нашими людьми также еще обращаться. Не задерживайтесь, расскажите вашу акцию, согласовывал вам тоже на исполнительную власть. Уважаемые граждане, ваша акция не согласована. Не задерживайтесь на расстоянии. Вы мешаете проход других граждан. Наша полиция, которую мы, собственно говоря, задержим. И я всегда учила своих учеников, своих детей уважительно к этим людям относиться. И эти, я учитель русского языка, да, я 44 года отработала. И вот за это время я просто в шоке, понимаете? Люди пришли, о чем они хотели поговорить? О том, чтобы вся страна жила счастливо. И это можно сделать. За что их схватили? Причем схватили варварски. Девочку, я не знаю как, вывернули. За что? Вы знаете, 5 лет назад разворовали банк, где моя семья была. Значит, это Витас банк. Муж через неделю не вынес стресса и умер. То есть вот вы представляете, какая страшная вещь. И сейчас вот за 5 лет только один сидит. Все остальные гуляют. Украдено 4,5 миллиарда. Граждане, ваша акция не согласована с органами исполнительной власти. Не задерживайтесь, расходитесь. Я имею право дать интервью, если в крайнем случае. Почему мои права? Эти права мои родители кровью защитили. У меня мать и отец с первого дня войны и до почти 50-го года в Германии служили в армии. И теперь их дети и внуки бесправны просто. Конституция сама по себе, власть наша сама по себе, а мы вообще вот так вот по нам. Можно, пожалуйста, пойдем к сыну, пожалуйста. Вот так. Я трогай, пожалуйста. Меня трогать не надо. Так, представьтесь, пожалуйста. Пойдемте. Представьтесь. Я вам сказал, что стоим. Люди, что вы делаете? Что делаете? Совсем одуреете. Вы что делаете, женщины-то? Вы даже с бандитами воевать, а вы с кем воюете? Женщинами беспомощными, сволочи. С кем вы воюете? С ворами надо, с Путиным надо воевать. Сидите, молчите, садитесь сразу. Уважаемые граждане, просьба расходиться. Ваши действия не согласованы с администрацией города Москвы. Ваши действия незаконны. Просьба разойти. Писаем проходы другим гражданам. Продолжение следует...
Ну как вы живете в такой стране? Успокойтесь. Перестаньте плакать. Так и будут, и дети, вот и ваши дети будут работать, а бабе будут. А здесь никто никому не нужен.